Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, заберем свои награды, честно заработанные. Так, в магазине бесплатный пак. Что нам там выпадает? Муха, Бакстер. Так, здесь за открытие колоды забрали. Так, пройти серию испытаний. Ну, побежали. Кстати, ребята, всех с 23 февраля поздравляю. Так, что я делаю? Ёх-макарёк, с 23 февраля. Сейчас бы пошел бы против 80-х. Молодец, Рэйчик, ничего не скажешь. Так, берем, даже не так мы сделаем, а возьмем Крэнга, Лео. Возьму Ваньку, Слэша и Усаги. Нифига себе, чуть было не сфейлился по запаре опять. Ну, не обращайте внимания. Вчера что-то после работки пришел, налопался от души, лег спать, сегодня еле проснулся, ребят. На улице морозяка, до 30 градусов у нас стоит. Холодно, в квартире отопление что-то не помогает, как-то прохладненько себя чувствую, поэтому я даже немножко утеплился сегодня. Так, ну что, тараканчик у нас. Кстати, вы в курсе, что Легвард, Хогвартс Легаси, сказать, это, взломали. Так что любителям халявы, ребят, можете заходить и скачивать. Практически на всех торрентах лежит. Так, ну что, давай звезданем. А дальше? А дальше, наверное, вот так вот сделаем. Плохо соображаю, еще не проснулся, друзья. Еще не проснулся, даже не поел. Он там только поставил хавчик разогреваться. Ну что, здесь у нас все отлично получилось. Все прям прекрасненько. И мы двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Два дня меня не было, вы знаете по какой причине. Конечно же, работа. Поэтому как бы сейчас меня, наверное, скинули фиг знает куда, ребят. Ну-ка, о, Лига Самураев. Аж две звездочки и ранг 89. Это жестко. Даже, ребят, по моим меркам это очень жестко. Очень огромный сброс. Так, ладно, давай, наверное, поищем предметы. Пойдем. Искать мы будем, как всегда, на Рафаэля Ролевого. И нам нужно найти одни наушники. Ладно. Так, наушники мы нашли. Прокачать сможем? Сможем. Тогда прокачиваем. Так, и до шестой ступени. Нам нужно два вот таких вот... Каких два? Четыре кристалла. Подожди-ка, не камень Талика. Нам нужен именно вот этот вот темный кристалл. А нам выпадает только лишь камень Талика. Вот, маяк. Нам нужен маяк. Ага. Сейчас, погоди секундочку. Попробуем поймать его. Блин, камень Талик выпадает, и все. И хоть ты тут что делай. Ну-ка, сколько нам еще... А, все, все, друзья, нашли. Нашли и заодно, по-моему, уже задание выполнили. Поднять уровень персонажа. Это мы сделаем уже после того, как пройдем арену. Так, а сейчас мы будем делать следующее. Я хочу получить, друзья, жетоны. Я хочу получить все жетоны, которые здесь даются, для того, чтобы нам потом меньше надо было фармить. Потому что и так будем фармить Роквелла. Об этом не забываем. А для того, чтобы его фармить, нам нужно пройти, по-моему, еще одно испытание, да? Только после него нам будет даваться доступ к Роквеллу. То есть, получается, в совокупности мы с тобой минус 3 дня. Минус 3 дня, это как минимум, наверное, ДНК-4 на Роквелла мы прозевакали. Как минимум. Ну, ребят, по-другому никак, я же не могу забить на работу. Понимаете? Вот так вот. Поэтому приходится играть в свободное, конечно же, для нас время. Так, ну что, я думаю, они здесь справятся уже сами. Поставил я, короче, на автобой. Сейчас они тут разберутся. Даже заблокировать не смог. Хотя мы уже заметили, что блокировка, да, способностей на них не распространяется. Они все равно как бомбили, так и бомбят. Своими заклинашками и тому подобное.
Так, 80 жетонов. И, по-моему, последний, да, это сотка будет. Итого у нас выйдет 350 жетонов. Я считаю, что это очень даже неплохой результат. 350 жетонов. Плюс мы с тобой еще пофармим. Если, конечно, у нас... Нет, ребят, мы не пофармим сегодня. Мы будем делать усилия на фарм Роквелла. Поэтому пофармить сегодня не получится у нас. Ну ладно, я думаю, что недельку можно, как говорится, пропустить на фарме жетонов, да? Если есть, как говорится, приоритеты получше и побольше. Ну что, с жетонами я закончил. Так, серия испытаний «Борцы с преступностью». Так, по-моему, вот здесь у нас вот начинается вот с этого, ребят, с эпизода третьего. Как раз-то Роквелл. Ну что же, погнали. Сейчас быстренько... Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Быстренько это все дело пробежим. И начнем. Но если мы с тобой сразу, например, получим Роквелла, да, вот прямо вот с первой попытки, то нам придется еще идти на следующее событие, чтобы и там, в конце концов, его выбить. Так, давай шипы. Отлично. Так, переходим на третью заключительную волну. Валуном. Че тут с ними сюсюкаться? Все. Ну что же, теперь самое главное получить Роквелла. Две ДНК там разыгрываются, как мы видели. Ага, кстати, в следующем эпизоде Роквелла-то как раз у нас и нету. Он только здесь пока. Блин, 5 штук. Поехали. Так, жетоны. Доллары. Сырный телефон. Вы специально, да? Вот, вот, ребята, Роквелл вытянут. Блин, неужели сюда идти, а? Ладно, пойдем сюда. Ну, ребят, нам нужно с вами тянуть Роквелла. Нужно. Поэтому этот поединок мы проходим. И, по-моему, в следующем он все-таки будет доступен. Там, по-моему, и Пит еще будет у нас. В общем, глянем сейчас. Я точно тебе не скажу, потому что это событие у нас не такое частое, и поэтому запомнить я не могу. Так, третья волна, да? Но опять же, это проходящее все. Поэтому в смятку, как говорится. Отлично, и переходим дальше. Это тот на желтом матрасе. Макарек спрятался, он типа за помойкой. Вылез такой деловой. Прям не могу. Полежал, как говорится, на желтом матрасе. Теперь думает, что ему все можно. На тебе. От Крэнга одной плюхи ему было достаточно, чтобы он тут рассыпался. По-другому я и не ожидал. Так, ну что, ребят, здесь мы получаем Мондагека. А вот следующий... Да вы серьезно? Это получается только на шестом эпизоде мы получим, да? Ну поехали. Поехали, тогда здесь пройдем. И на шестом эпизоде мы получим, по-моему, тоже два ДНК на Рокстеди. Ой, на Рокстеди, на Роквелла. Не обращай внимания, я еще не проснулся, я уже говорил. Поэтому могу сейчас ересь полную нести, несвязанность, как говорится, речи. Но времени уже... Первый час, ё-моё. Уже должен давно проснуться. Я на самом деле 8 часов утра глазки открывал. Думаю, ну еще полчасика полежу. Уж больно хороший сон снился. А потом уже открываю 12 часов. Думаю, ё-моё. Киморнул чуть-чуть, называется. Хотя вчера после работы практически сразу вырубился, да. Все, ну тут на изи было. Так, и переходим тогда на последний самый поединок. Здесь нам, по-моему, достается Пит. А вот здесь, да, ребят, в любом случае 2 ДНК на Роквелла мы получим. В любом случае. То есть здесь как бы в награду он идет нам. 4 волны. Ладно, давай сами разберемся, не будем ставить на автобой. Так, молодец, Зак. Так, тут 4 олуха у нас стоит, да? Ну давай шипами их. Нормально.
Так, это у нас третья волна. Давай валуном. И в конце Крэнк, наверное, своим лучом будет уничтожать противников. Давай. Крэнк, ты сейчас будешь ходить? Конечно же. Я думаю, достаточно будет этого луча твоего, чтобы их всех поджарить. А вот и все. Вот и сказочки, как говорится, конец. Ну и прекрасно. Две ДНК. Итого получается у нас 4 ДНК мы заработали. Так, вот я думаю, сколько у нас? Две попытки будет? Ну, поехали. Пит. Радарные маяки. Ну, не повезло. Не повезло, но 4 ДНК мы все-таки урвали. Так, нам нужно поднять, ну это уже после арены, да? Ну что, погнали на арену, ребята. Лига самураев 2 звезды, 89 ранг. Опустили нас вообще ниже некуда, ниже плинтуса. Поэтому сейчас начнем со своих собственных сил. Уровень, как мы видим здесь, у противника 43-46. Ну, как бы да, есть опасность, что нас тут могут разобрать. Есть. Но постараемся этого не допустить. Нормально. Так, давай понизим атаку по возможности. Хорошо. И электроразряд от Кунаичи. Нормуль. Первый поединок очень даже неплох. Погнали. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой переберемся. И это у нас 57-я позиция. Так, они опять начинают мне 14-17 втюхивать. Так, 46 уровень у противника. У нас буквально, ребят, на 10 уровней выше. В принципе, это неплохо, если мы с тобой успеем разобрать в данный момент Эйприл. Почему именно ее? А чтобы она не хиляла. Давай, Лео. Даже Лео не справился. Что ж такое-то? Да хорош! Не, надо ее шваркать по-любому. Есть, все, минус хил. Дальше попробуем разобрать. Так, и кофемашина сломанная. Обалдеть, он кофемашину там создал. Здоровая такая. И смотри, все на Донателло прут. Так, минус. Все, ребят, отлично тут получилось. Без потерь, и, как говорится, быстренько мы разобрали. Так что шуршим дальше. И у нас 23 место. 14-18. А давай-ка попробуем сейчас, может быть, получится. 14-19 выудить вряд ли, ребят. Они на понижение нам дают. Засранцы. Иван. Ванюша. Ну давай с Ванькой поделимся тогда. Ванюша. Раз, два, три. Кстати, уровень 44-45. Это даже меньше, чем предыдущие два боя. Почему так понизили, не знаю. Хотя по кубкам то же самое получается. Давай хвостом. Так, а он еще и заблокированный, да? Значит, он нам не нужен. Мы будем Леонардо колбасить. Потому что Лео может... Да. Он может, и он делает. Тогда вызываем дрон. И... Так, ну это как всегда... Но, правда, массовая атака все равно до него достает. Как бы он там ни ныкался, ни прятался. А вот защита-то плохо. Поджарка. Минус двоечка. Так, теперь давай, наверное, ускорим нашу команду. Давай. Так, и... Наконец-то. Шлепнули мы его. Здесь уничтожили. Постепенный урон, да. Постепенный урон его достал. Он хотел там спрыгнуть. Думал, в тени простоит. Но нет. И вот, ребята, мы в самураях уже 3 звезды. Так радуюсь, как будто это какой-то для меня рекорд. Это обыденность, понимаешь? Лига самураев 3 звезды — это для нас самая низшая награда. Я радуюсь, как ребенок этому, ё-моё. Так, ну что же. Раз, два, три, четыре, пять. Вот тут у нас будет Лео и Крип. Красавчики. Потому что Лео, во-первых, блокирует их всех вот таким вот способом. На хил. Крутенько. Так, дальше вырубаем, наверное, Хана. Нечего ему здесь делать. Плюс ультразвук. Плюс баллончик.
И... ну давай крик сделаем. Жалко, что он когда кричит, он, ребят, не наносит урон, он просто берет провокацию. Как бы это не очень... не очень хорошо. А Лео, да, Лео здесь, конечно, прекрасен. У него две массовые атаки получается. Вот этот вот выстрел из лука и бросание фляги. Итак, 78... блин, 78 место, что-то медленно как-то идет-то у нас все это дело. Ну, повышать не хотят, да? 14-18 так и держат эту рамку. Ладно. А мы уже какие там, 56-е? Мы уже как? Мы до сих пор еще 56-е. И это, кстати, очень долго у нас будет длиться. Так, здесь у нас скоростные кто? Карай и Майки. Сделаем дебаф, чтобы быстрее их разобрать. Смотри, смотри, смотри. У Карайка инициатива больше, чем у Хана, но может быть из-за того, что у нее уровень 43, а у Хана 42. Такой может быть. На тебя обломками. Так, кого тут шваркнуть-то? В принципе, нужно как бы Кирби уничтожать, потому что он здесь лекарь. И в первую очередь его надо уничтожить. Так, у нас массовая атака есть у кого-нибудь? По-моему, нету. Пробьешь? Молодец. Ну что, давай добьем тогда уже Караечку. Потом сразу Хана. Блин, у него контратака. Вырубили и Мондагека. Но он еще поживет. Он еще даже успеет что-то... ага, баллончик бросить. Все. Доплясался плясун. Ну, а мы... продвигаемся дальше. И какая у нас позиция будет? 60-я. О, 15-19, отлично. Так, и сразу же повысился у них ранг. Сразу стал 48-й, 50-й. Ну, чтобы нам не попасть, как говорится, в нелепую ситуацию, естественно, мы берем с собой крупненького персонажа. Пускай это будет у нас Рафаэль. И начнем. Так. Минус Крис. Тогда сразу же забираем слэша. Ну, это понятно, хил делает. Что он может еще тут лупануть? Слабо ты ударил Лео, очень слабо. Ну-ка, если так. Да ладно, вы что, серьезно что ли? Вот, ушатали. Очень долго мы бомбили, конечно, Бакстера этого. Остается Донни. Ну, крит-атаку он себе решил повысить. А, и уклонение он еще вешает. Он крит-атаку и уклонение, оказывается, вешает на себе. Я думал, что у него чисто крит идет. Ладно. Так, 43-е. То есть мы, получается, всего 17 ступенек пролетели. Что-то мало как-то. Раз, два, три, четыре. А, давай возьмем Паукуса на подстраховку. Сейчас Паукус сделает свою первую львиную атаку. И... ослепление будет? О, да. Ослепление будет. Причем на всех повесилось. Ну что, добьем? С дрона. Или не дрон, это даже космический корабль. Ой-ой-ой, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Иммунитет на себя вешаешь? Зачем тебе иммунитет здесь, парень? Зачем? Если ты уже практически готов. Лучше бы ты просто взял бы из последних сил какой-нибудь удар нанес, чем ты этот иммунитет на себя повесил. Нелепый. Нет, давай-ка мне 15-19. Хорош уже тут выкрутасы свои делать. Дай-ка я возьму, наверное, здесь на отыгрыш Рафаэля. Раз, два, три, четыре. Сейчас Рафик, естественно, возьмет провокацию. Ну и всем по плюхе, я думаю, будет этого достаточно. Угу. Встал, молодец. Так, теперь Алапекс со своей массовой атакой. Че это так мало-то урона нанесла, а? Давай хоть добьем кого-нибудь, что ли.
Так, минус. Я думаю, это тоже минус. Масуха от Донателло. Донателло. В общем, всех практически разобрали. Красиво. Я думаю, да, ребят, было красиво. Разобрали здесь всех. И, соответственно, дальше идем. Да ё-моё, мы, блин, с этих самураев сегодня выберемся или нет? 15-19. Хотел взять Донателло здесь. Раз, два, три, четыре. А у нас уже все практически. Да, бойцы заканчиваются. Там уже 70-ники пойдут. А если 70-ники пошли, это уже говорит о том, что бойцов остается мало. Молодец. Так, Шреддер и Рокул добил. Так, 4 ДНК мы получили на Рокула сегодня, да? 4 ДНК. Ну вот, ребята, и мы вернулись в Лигу Сёгунов. Правда, только одна звездочка у нас здесь. И хотелось бы уже получить, наверное, 15-20. Но не дают. Берем тогда здесь Макмана. Раз, два, три, четыре. Ну что, Макман сейчас, как обычно, свой торнадо выпустит у нас. И этого было достаточно. С одним торнадо мы справились. Ну что, я думаю, Лига Сёгунов 2 звезды сегодня больше нам не дадут продвинуться. Опа, 15-20 есть. Все, ребята, берем тогда Бакстера Стокмана и... Раз, два, три, четыре. Вот этих вот ребят. Ну, Бакстер Стокман, естественно, сейчас будет, наверное, у нас смертельной волной выступать. Я так думаю, что это лучше всего. Так, а заражен только лишь Донателло. Даже не дождались, когда этот постепенный урон сработает. Так его зафигачили. Но 55-е место. Давай попробуем еще раз 15-20 поймать. Вот оно. И здесь я, наверное, возьму... Да и зэка, в принципе, будет достаточно, мне кажется. Раз, два. А, тут уже... Все, ребят, тут и зэк, и 70-ники пошли. Поэтому можно даже не переживать по этому поводу. Уже справимся в любом случае. Давай массовую атаку сделаем. В принципе, должны разобрать их, да? Так оно и получилось. Погнали дальше. Не знаю, ребята, я этот Atomic Heart у меня куплен уже фиг знает сколько времени. Как, когда его начинать проходить, я не знаю. На втором канале, естественно. Может быть, сегодня начнем, под вечерок. Хотя бы одну серию запишем. А то, как всегда, получится, что все уже пройдут, а Рэйчик приступает играть. Так, ну что, давай звезданем. Есть. Блин, ну кролики молодцы, конечно. Просто с одной плюхи всех вырубает. Ну да, я тебе говорю, что Лига Сёгунов 2 звезды будет. Обалдеть, они нас так сейчас кинули. Ты видел? Они дали по минималке мне на прохождение. Сейчас мало очень мне дали кубков. Не кубков, а подняться по ступенькам. Очень мало. Давай валуном тогда. Нормально. Это нормально было сейчас. Так, и мы продвигаемся дальше. Уже 7-я позиция. То есть последний поединок у нас остается. Ну, давай возьмем, например, Кренга, Слэша и вот таким образом. Да здесь одного Кренга, мне кажется, будет за глаза и за уши. Он звезданет и все, не рассыпется здесь. Ну, проверим. Ну, а я о чем говорил? Все, не надо даже изобретать велосипед. Берешь Кренга и всех ушатываешь. И наконец-то мы в Лигу Сёгунов 2 звезды добрались. Обалдеть. А помнишь, как мы с тобой
бустанули на этой неделе. Мы с тобой бустанули так, что мы попали в Лигу Мастеров. Одна звезда, без каких-либо там откатов или еще, чисто своими силами. Это рекорд повторился, ребят, наверное, последний раз это было около года назад, когда мы такого добивались. И все-таки это повторилось. Ну что, ребята, вот и все, в принципе, с ареной на сегодня закончено. Нам надо посмотреть, сколько мы заработали мутагена и хватит ли нам на прокачку уровня. Для начала возьмем маузеров. 27 тысяч, по-моему, не хватит. Для маузеров уже нужно 30 тысяч. Ну что ж, тогда давай Рафаэля. Так, Рафаэль. Берем здесь награды. И у нас еще 55 пиц. Поэтому, я думаю, можно даже сделать следующим образом. На Рафаэле поискать нужные элементы. А нужно нам 18 книг. Поехали. В общем, полностью всю пиццу стравливаем здесь. Первая книга есть. Вторая. А нам нужно 18. Третья. И все, три книги, пиццы больше нету, ребят. И получается, что все. Да, друзья мои, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.